На основании постановления губернатора Московской области в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой отменяются или переносятся все массовые, развлекательные, культурно-зрелищные мероприятия, запланированные на период с 21 октября до 7 ноября. Таким образом, 4 ноября, День народного единства, пройдет в основном в онлайн-режиме. Дворец культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина предлагает всем желающим принять участие во всенародной акции «От Москвы до самых до окраин», записав собственное исполнение гимна России в национальном костюме. Остальные мероприятия можно будет смотреть онлайн на сайтах и в социальных сетях учреждений культуры округа.